Потоки ливня заполонили проезжую часть улицы Полонского. Пешеходам перейти на другую сторону дороги было практически невозможно. Транспорт передвигался с трудом. Вода заливала салоны проходящих автобусов. На вызов стихии коммунальные службы среагировали оперативно. Для откачивания воды задействовали специализированную технику. Для борьбы с водоотводом с данной автомобильной дороги привлечены службы компании «Суэнко» по перекачке воды. Стоит два механизированных трактора для перекачки воды. Установлена еще помпа для перекачки на данном участке. Воду откачали за 3 часа. Проблема образовалась из-за обильных осадков и ремонта на этом участке коллектора хозбытовой канализации. Совместно с ним обновляются и ливневки. Уже выполнен ремонт 150 метров трубопровода на хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, что составляет более 50% от объема запланированного работ. В районе перекрестка Полонского и Ремезова установлены временные перекачивающие насосные станции. Восстановить обе системы канализации на Полонского планируется до конца текущего месяца. Общая же протяженность городского коллектора составляет 3 километра 400 метров. По нему транспортируется более 60% всех стоков хозбытовой канализации в Тобольске. Работы по ремонту коллектора из 16 участков идут с 2020 года. Выполнен ремонт уже 6 участков канализации. В этом году выполняются работы еще на 6 участках. Это 3, 4, 5, 10, 11 и 12. Общая протяженность данных работ в этом году составит около 1,5 километра. Специалисты обещают, что с окончанием ремонта канализационный коллектор позволит обеспечить бесперебойную работу на годы вперед. Юлия Савиных, Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Ярослав Трушников. Тобольское время.